Еще одна вещь, которой научил меня Господь много лет назад, это переступить черту веры. Да, переступите. И больше не оглядывайтесь назад. Возьмите это. Возьмите за дело и не оглядывайтесь. Никогда. Я верю, что получаю. Аминь. Аминь. С этого момента и впредь я исцелен. И мне все равно, что бы ни сказал кто-то или что-то, я не оглядываюсь назад, я смотрю вперед. Аминь. Аллилуйя. 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 Спасибо тебе, Господь. Мы поклоняемся тебе. Отец, помолитесь так. Отец, Отец, во имя Иисуса, во имя Иисуса, моего Господа, моего Господа, моего Спасителя, моего Спасителя, моего Целителя, моего Целителя. Я верю, я верю, что слова, которые я услышал, что слова, которые я услышал, и слова, которые я прочитал из твоего слова, и слова, которые я прочитал из твоего слова, сегодня, сегодня, я беру их, я беру их, я имею веру в Бога, я имею веру в Бога, я верю, я верю, я желаю, я желаю. Я беру это. Я беру это. Я беру мое исцеление. Я беру мое исцеление. Верой. Верой. У меня оно есть. У меня оно есть. Оно мое. Оно мое. И я беру его. И я беру его. У меня оно есть. И у меня оно есть. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Я так благодарен. Я так благодарен. За твою милость. За твою милость. За твою благость. Твою благость. Твою доброту. Твою доброту. Твою милость ко мне. Твою милость ко мне. Я беру это сегодня. Я беру это сегодня. Я не оглядываюсь назад. Я не оглядываюсь назад. Я иду вперед. Я иду вперед. Исцеленный. Исцеленный. Здоровый. Здоровый. В это мгновение. В это мгновение. Я принимаю полное проявление этого. Я принимаю полное проявление этого. Это мое. Это мое. О, спасибо тебе, Господь Иисус. Слава Богу, у меня это есть. Я принимаю это, я беру это. Теперь сатана. Спасибо, Господь. Теперь сатана. Сатана, я официально заявляю тебе. Я официально заявляю тебе. Мое тело. Мое тело. Это храм Духа Святого. Это храм Духа Святого. И ты больше не осквернишь его своим прикосновением. И ты больше не осквернишь его своим прикосновением. Не прикасайся к моему телу. Не прикасайся к моему телу. Оно принадлежит Иисусу. Оно принадлежит Иисусу. Он приобрел его. Он приобрел его. Он заплатил за него. Он заплатил за него. Он им владеет. Он им владеет. От макушки головы до подошвы моих ног. От макушки головы до подошв моих ног. Никакая болезнь или немощь не осквернит его. Никакая болезнь или немощь не осквернит его. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь Аллилуйя. Иисус. Слава тебе, Иисус! Прекрасный и замечательный Дух Святой. Прекрасный и замечательный Дух Святой. Я отдаю тебе мое тело. Я отдаю тебе мое тело. Как живую жертву. Как живую жертву. Оно твое. Оно твое. Очисти его для меня, пожалуйста. Очисти его для меня, пожалуйста. От всех болезней. От всех болезней. Всех немощей. Всех немощей. Всех слабостей. Всех слабостей. Всякой боли. Всякой боли. Всякого греха. Всякого греха. Всякого результата греха. И всякого результата греха. Пронзи меня насквозь. Пронзи меня насквозь. Каждую клетку моего существа. Каждую клетку моего существа. От макушки головы. От макушки головы. Исцеление моей головы. Исцеление моей головы. Исцеление моих глаз. Исцеление моих глаз. Исцеление моих ушей. Исцеление моих ушей. Исцеление всех моих пазух.
исцеление всех моих пазух. Моего рта. Моего рта. Исполни мои уста хорошими словами. Исполни мои уста хорошими словами. Мои уста исцелены. Мои уста исцелены. Мой язык. Мой язык. Мое горло. Мое горло. Моя грудная клетка. Моя грудная клетка. Мои легкие. Мои легкие. Пищевод. Пищевод. Вся моя брюшная полость. Вся моя брюшная полость. Нижняя часть моей брюшной полости. Нижняя часть брюшной полости. Все жизненно важные органы моего тела. Все жизненно важные органы моего тела. Исцелены и здоровы. Исцелены и здоровы. А теперь прохожу по всей длине моих ног. И теперь прохожу по всей длине моих ног. Мои лодыжки. Мои лодыжки. Мои ступни. Мои ступни. До кончиков пальцев. До кончиков пальцев. Каждая кость моего тела. Каждая кость моего тела. Мои руки. Мои руки. Мои кисти рук. Мои кисти рук. Мои плечи. Мои плечи. Все мышцы моего тела. Все мышцы моего тела. Исцелены и сильны. Исцелены и сильны. Укреплены могуществом. Укреплены могуществом. И силою Духа Святого. И силою Духа Святого. Звон в ушах, покинь их. Звон в ушах, покинь их. Слух, приди. Слух, приди. Зрение для моих глаз, приди. Зрение для моих глаз, приди. Мои глаза обновлены. Мои глаза обновлены. У меня 100% зрение, или даже лучше. У меня 100% зрение, или даже лучше. Я высвобождаю это. Я высвобождаю это. Мое тело в твоих руках, Дух Святой. Мое тело в твоих руках, Дух Святой. Лепи его. Лепи его. Формируй его. Формируй его. Чтобы оно выглядело, как у Иисуса. Чтобы оно выглядело, как у Иисуса. Стояло прямо, сильное. Стояло прямо, сильное. Я принимаю исцеление. Я принимаю исцеление. Я принимаю чудеса. Я принимаю чудеса. Я принимаю восстановление. Я принимаю восстановление. Я принимаю обновление. Я принимаю обновление. И я освобожден. И я освобожден. От всех зависимостей. От всех зависимостей. Это не от Бога. Это не от Бога. Курение. Курение. Алкоголь. Алкоголь. Наркотики. Наркотики. Гнев. Гнев. Непрощение. Непрощение. Я принимаю освобождение от этого. Я принимаю освобождение от этого. Я принимаю освобождение от порнографии. Я принимаю освобождение от порнографии. От всякого блуда. От всякого блуда. Я больше не буду в рабстве. Я больше не буду в рабстве. Я предстаю пред Тобой, Иисус. Я предстаю перед Тобой, Иисус. С открытым сердцем. С открытым сердцем. Открытым разумом. Открытым разумом. Наполни его своим присутствием. Аллилуйя. Наполни его своим присутствием. Чтобы открытое тело. Чтобы открытое тело. Исполнилось. Исполнилось. И могло быть использовано Тобой. И могло быть использовано Тобой. А теперь я воздаю Тебе хвалу. Я теперь воздаю Тебе хвалу. Прославляйте Его несколько минут. Слава Богу! Хвалите и благодарите Его несколько минут. Хвалите и благодарите Его. Хвалите и благодарите Его. Хвалите и благодарите Его. Хвалите и благодарите Его. Слава Богу! Хвалите и благодарите Спасибо Его. Спасибо Тебе, Иисус! Слава Богу! Спасибо Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвалите и благодарите Его. Слава Богу! Исцеление, исцеление, исцеление! Слава Богу! Сейчас во всем здании прошло исцеление язвы желудка. Язвы желудка больше нет. Исцеленные и здоровые. Исцеленные и здоровые. Боль в животе прошла. Аллилуйя! Рак желудка. Рак желудка. Высыхает прямо сейчас. Слава Богу, аллилуйя. Все раковые мутирующие клетки. Все раковые Слава клетки. Богу, в ком бы то ни было здесь. Уйдите. В тех, кто смотрит сейчас по телевизору или по интернету. Все раковые мутирующие клетки, слава Богу, погибают в вашем да. теле. И они изгнаны. Будьте исцелены, слава Богу. Исцелены и здоровы. Исцелены и здоровы. Сильные, исцелены, здоровые и сильны. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Нет, нет, подождите минутку, подождите. Я очень-очень сильно ощущаю это сейчас. Кто-то из вас пытается получить это. Пытается получить это.
Нет, вы уже это получили. Расслабьтесь и прославляйте Бога. Не старайтесь обрести это умственным путем. Нет, вы отдали свое тело Духу Святому. Просто хвалите Бога и поклоняйтесь Ему. Хвалите Его и поклоняйтесь Ему. Хвалите и поклоняйтесь Ему. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Разные виды боли в ногах. Кости ног. Я принимаю это, Господь. Мои кости исцелены. Трещины. Переломы костей ног исцеляются. Становятся здоровыми. Чудесным образом восстанавливаются и вновь формируются ваши ноги. Спасибо тебе, Господь. Сила поступает в ваши ноги. У хромого, у красных дверей храма ноги окрепли. Спасибо, он Господь. Вскочил и начал ходить. Он никогда в своей жизни не ходил. Да, аминь. Но в него вливалась сила. Вливалась сила Божья. Вливалась сила Божья. Аллилуйя, слава Богу. Сила вливалась. Спасибо тебе, Иисус, за силу в наших ногах. Спасибо. В наших лодыжках, слава в наших Богу. Ступнях, в наших спинах. Сильный. Благодарение Богу за то, что боль в спине уходит. О, да, я принимаю Мы это. Мы освобождены от боли в нижней части Спасибо, спины. Спасибо, Иисус. Мы освобождены от дегенеративных да. заболеваний суставов. Освобождены от артрита, слава Богу. Освобождены от проблем в коленях. От вывихов Спасибо тебе, Господь. В коленях. От Слава сломанных Иисусу. Коленных чашечек. От растяжения связок. Аллилуйя. Исцелены, исцелены, исцелены. Аллилуйя. Здорово, чудесные, чудесные изменения. Спасибо, Иисус. Чудеса с коленями. Слава тебе, Иисус. Чудеса со спинами, шеями. Спасибо тебе за то, что наши спины исцелены. Спинами и шеями. Наши шеи исцелены. Меняя последствия в ваших костях и вашем теле. От многих лет излишеств в еде. После этих последствий все чудесным образом восстанавливается. А сейчас, во имя Иисуса, примите решение. Я прекращаю так питаться. Я начну изучать. Я начну узнавать, как Бог задумал, чтобы я питался. Бог сотворил ваше тело, чтобы оно питалось определенным образом. И для того, чтобы вы были абсолютно здоровыми, вам необходимы все питательные вещества. Они все должны быть в вашем теле. И вы должны употреблять пищу, которая Аминь. Их обеспечивает. Аминь. Помолитесь об этом. Господь направит вас к этому. Аминь. Но вам придется сделать посвящение. Прямо сейчас. Прямо здесь есть сила Духа Святого, чтобы сделать это посвящение. Поскольку освобождение и исцеление вашего тела было приобретено, вы не подхватите артрит. Он не заразный. Он возникает сам. И вы будете удивлены, что могут сделать для ваших суставов 8 или 10 стаканов воды. Для работы с суставом необходима вода. Это исцелит ваши суставы. Артрит и тому подобные болезни появляются в кислой среде. Это кислая среда. Для прогрессирования болезни и немощи необходима кислая среда. А когда вы высвобождаете гнев, ваше тело вырабатывает кислоту, и среда становится более кислой. Но если вы научитесь ходить в любви, аллилуйя, ходить в любви. Это начнет вымывать из вашего тела всю кислоту. Когда вы начнете пить воду, воздавать Богу славу за это и благодарить, а вдруг ваше тело начнет переходить на щелочную среду. Каждый раз. И никакой рак не выживет в щелочной среде. Никакая болезнь или немощь. Никакой артрит не выживет в щелочной среде. А все происходит от любви, веры и благости. И на это не уйдет много времени. Тело быстро среагирует. Слава Богу. Аминь. И сегодня мы высвободили слова исцеления. И что в этом хорошо? Что, предположим, здесь приблизительно 4000 человек. И все мы вместе в согласии. Мы высвобождаем слова, которые исцеляют.
слова, которые освобождают. Слова Божьи. Вы слышали Слово Божье, которое проповедуется? Вы слышали, как имени Иисуса была предана сила? Вот что так важно Слава в общей Богу. Молитве. Аллилуйя. Поэтому не отпускайте это. Не выпускайте это. И вы больше не должны быть больными. Никогда. Вы можете ходить в божественном здоровье. Верно. Вы больше никогда не должны быть нищими и бедными. Вы можете ходить в божественном процветании. Вы должны смотреть на сегодняшний день, говоря, это решающий день. Да. Сегодня день. Я больше никогда не вернусь назад. Слава Богу, я иду вперед. Я иду вперед, как Исаак. Я иду вперед и становлюсь еще лучше. Действительно лучше, действительно богаче, действительно здоровее. Аминь. Слава Богу. Я буду жить долго и буду сильной. Аллилуйя. Аллилуйя. Жить долго и завершить жизнь сильной.